30 января на телеканале «Звезда» стартует новый музыкальный проект. Более 80 участников из разных уголков России будут состязаться в искусстве пения. Ненецкий округ на новой «Звезде» представит руководитель эстрадно-джазовой студии «Импровиз» Кристина Ясинская. Оценку мастерству и умению держать себя на сцене даст профессиональное жюри. Его задача – найти настоящего артиста, обладающего индивидуальным музыкальным стилем. Организаторы недавно сообщили нам, что в жюри сидит Максим Дунаевский и певица Зара. Остальные участники жюри пока под большим секретом. Мне посчастливилось исполнять прекрасную песню из репертуара Владимира Преснякова «Зурбаган». Я пою ее на первом туре, а на втором туре я исполняю зарубежный хит великой Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Во втором туре проекта «Новая звезда» из 85 участников будут отобраны 49, а голосовать за них будут телезрители по всей стране посредством СМС-сообщений. Финальная битва пройдет 8 и 9 мая. Участники шоу будут состязаться за денежный приз и уникальную возможность отправиться в мировое турне вместе с академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова.